Всем привет-привет, с вами Флешка, и это «Женские игры», и мы наконец-то вернулись на просторы Теллары. Да, технические проблемы позади, потом был такой, знаете, инертный перерыв, то есть уже после перерыва как-то сложно и возвращаться, но все-таки я собрала себе кулак и решила, раз я сама себе пообещала пройти сюжетную линию Рифта, значит, я ее пройду. Кто я буду после того, как не буду выполнять обещания, данные сама себе. Ну, в общем, поехали. Мы с вами закончили. Вам попроще. Вы-то, наверное, видели вот предыдущую серию, уже видите следующую. Мы сейчас в Мерцающих Песках. Это предпоследняя локация на, собственно, ну, а нет... Мы еще сюда можем сходить. Да. У нас еще мерцающие пески, а потом тихие топи. Хотя их можно вперемешку проходить, потому что уровни приблизительно одни и те же. То есть, когда мы дотопаем где-то до 45-46, можно еще и туда сходить. Но все же. Итак, это у нас пустыня. Здесь у нас... Господи, здесь опять у нас какие-то есть чудики, которые мешают нам жить. Давайте почитаем задание, чтобы хотя бы вспомнить, с кем же мы здесь боремся. Итак, у нас есть сейчас три задания. Не обращайте внимания, здесь рифт заспавнился прямо возле наших бедненьких квестодателей. И вспоминаем управление и поговорить. О, у нас есть даже два задания. За их глазами шторм, когда золотая глотка, о, это банда, с которой мы боремся, напала на караван, я заметила, как несколько предприимчивых разведчиков легиона Бури уволокли в пустыню торговцев. Легион Бури, зная разбитую дорогу, древнюю магистраль Эдхов, и ищет там технологию усиления ментального контроля. Более того, с помощью этой магии они подчинили торговцев, но древнее средство Бахми еще способно их спасти. Окей, облить подчиненных торговцев каким-то лекарствами. И в тени башни. Я выросла в мерцающих песках, и мне обидно смотреть на то, что сделали с нашей родиной драконьи культы. Вот еще золотая глотка и драконьи культы. Например, золотая глотка убивает любого, кто воспрепятствует поискам Летис, их драконьей королевы. Даже сейчас они продвигаются к дозорной башне, могущественной магической конструкции, воздвигнутой Эдхийской империей. Выясните цели золотой глотки. Как всегда, цель — пробудить своего дракона. Здесь как бы в каждой локации они... каждая банда будет своего дракона. Ничего нового, ничего странного, но... мы всем можем помешать. Дорога в руины. Легион Бурь разрабатывает эдхийские руины у развитой дороги. Если эти почитатели Круции растащат все раньше меня, то я понесу убытки от этой экспедиции. Слушай и давайте сотрудничать. Ну, пускай. Вы будете грабить руины, а я буду покупать у вас товары, продавать на берегу удачи. Отличный план, чувак. Я с тобой согласна. Знаете, кому война, а кому мать родная. Похоже, культ буйных, еще один культ, банд просто немеримое количество. Посвященный Мелфорджу, огненному дракону, захватил дозорную башню. Эта башня – бесценное наследие научных и технологических экспериментов Древней Империи Эдхов. Если не уничтожить культистов прежде, чем они раскроют все ее тайны, дюны мерцающих песков вскоре остекленеют от ярости пламени буйных, равного которому еще не видел никто. Хорошо, это мы тоже возьмем. И, видимо, еще одно задание. Мне бы вот это убрать. Впереди трудный путь. Мне сообщили, что в этом регионе есть твердыня еще одного культа Легиона Бурь. Мы просто окружены этими культами. И не говори, чувак. Я так и знал, что не стоило идти по этой дороге. Если мы не покажем им, на что способны, то они нападут первыми.
как это сделала до них золотая глотка. Если бы вы огрызнулись и напали на них, то им бы наверняка расхотелось с нами яшкаться, и мы бы смогли спокойно упаковаться для перехода на берег удачи. Ну, то есть немножечко их там поштормить, чтобы они отстали от наших бедных торговцев. Итак, смотрим по карте, куда нам надо отправляться. Все приблизительно в одной плоскости. Я так думаю, здесь больше меток, так что отправимся сначала сюда. А, все за спиной у нас, да? Все за спиной. Все вот с этой стороны. Здесь, кстати, вот эта башня, про которую говорилось в задании. Итак, я бафнула на себя свой защиту пироманта и вещий взор, потому что я хомяк, и я не могу пропускать ни одного артефакта. Нам надо найти подъем. Подъем вот вроде бы здесь, на эту плоскость. На этот холмик. Кстати, и как мы себя чувствуем с монстрами? Монстры 43 уровня, я 44. Хорошо. Это некое, но превосходство. Превосходство это всегда хорошо, нет? Здесь дорожка? Да, здесь дорожка. Отлично. Поднимаемся. Мы получаем опыт за открытие территории, конечно же. И нам надо спасти торговцев и поубивать... О, собрать глиняные таблички, собрать сколотые гравировки и поубивать буйных. Хорошо. Вот есть монументы. Давайте повспоминаю я немножечко заклинания. Хорошо, мы их штормим. Как по мне, даже очень хорошо. Ничего с него не выпало. Давайте еще вспомним это заклинание. Кстати, это отличная локация, чтобы здесь артефакты, вот эти слезки зверушек, здесь слезки змей можно набить. Почему ничего не падает? Хорошо, мы собрали осколок. И вы мне писали в комментариях про билд пиромага. Я уже говорила, что билдом я буду заниматься после 50 уровня. Как бы сейчас вышло обновление, насколько я поняла. Его, кстати, можно купить за 5000 кристаллов. У меня только 2 с чем-то. Надо бы немножко ауком заняться и купить себе это обновление. Зачем тратить реальную денежку, если можно это все купить за игровую валюту? Кстати, пещера, в которой я реально не была. Серьезно. Я в эту пещеру не заходила. Давайте посмотрим, что там есть интересного. Так, вспоминаю, что у нас есть быстрики. О, смотрите, лазутчица. Хотела внезапно ко мне подкрасться. Ага, и этот сильный скилл тоже у нас критует. А этот торговец... Ему надо снести 50% здоровья и тогда облить. Главное не убить. Потому что вот в таких вот заданиях у меня самая большая проблема, то что монстрик умирает. Просто. Я нечаянно где-то с сильным скиллом долбану, то ли кританул. И все. Нету кого надо спасать. Понятно, они тоже красные. Они никак не отсвечивают. Надо быть аккуратными и не мочить все и вся, а читать, что с ними надо сделать. Что здесь, там мерцает артефакт. Значит, что? Значит, убить всех, потому что артефакт мой. Чтобы они себе не думали, артефакт мой. Быстрик. Я могу еще вот так сделать. Да? Это некий такой огненный щит, который меня чуть-чуть защищает. Он поглощает урон. Но он не очень долго висит и не очень много поглощает. Ты кто? Ты культист. Так, а ты торговец. Давайте торговца спасем. Эти не сильно? Давай немножечко этим. Есть уже 50%? Есть 50%. Ты кто? Ты лазутчик. Вас тоже надо поубивать, потому что таблички надо собрать. Ну что ж, ребята, я тогда отправлюсь на убивание монстричков и вернусь к вам, когда вот все из этой пачки будет выполнено и пойдем сдавать наше задание. И да, вторая часть задания делается немножечко дальше. Вот по карте мы продвинулись.
чуть-чуть продвинуться как бы на восток, а потом подняться. Здесь мы вот с таких хуманоидов собираем таблички, а этих даже элементарий не стоит бить, но все же я их люблю побить, потому что из них, кажется, можно еще что-то добыть горной добычей. Больно, когда до вас добегают, достаточно больно наваливает, но не настолько, чтобы я в панике убегала. Итак, собрали лут. Да, из элементалей я могу что-то получить. И что я получил? Титановая руда и платиновая руда. Даже очень неплохо, учитывая то, что умирают они просто на раз-два. Очень даже неплохо. Так руду намного сложнее найти. Давайте на этих гуманоидов. С этих гуманоидов тут буквально 8 табличек надо выбить, и они лутаются. Да, 3 таблички. А вот эти уже как бы пламя буйных, их надо бы на количество убить. Так что сейчас вот ими и займусь. Итак, я своих монстричков наубивала. О, у меня даже ивент начался на нестабильный артефакт. Это замечательно. Почему я сюда иду? Потому что я здесь увидела артефакт. И хорошим признаком того, что вышло обновление, вы можете видеть, что у меня появилось еще 2 слота подсумки. То есть по дефолту у вас, кажется, только 3 слота или 4. Потом предыдущее обновление, что-то там шторма какого-то там... Ай, не хочу я с вами драться. Я хочу убежать. Где мой лошад? Не дадут мне использовать мой лошад. Так что будем вот так потихонечку убегать. Предыдущее обновление я купила и получила еще 2 слота под сумки. И надо бы подкопить все-таки. И что у меня с платиной? С платиной у меня не густо. Кстати, да. Надо подкопить. И купить все-таки себе еще 2 слота под сумки, потому что места в инвентаре много не бывает. Это я вам говорю как хомяк со стажем, можете мне верить. Ну что ж, отправляемся к нашим заказчикам. Артефакты нестабильные только в этой локации, хорошо. Может, что и найдем, потому что людей не очень много. Немножечко ресурсов подкопила, пока вот там тусила. Ты вообще мирный? Мирный. А по бокам не мирный. Вот, это нестабильный артефакт. Нестабильные артефакты собираются в особые коллекции, так что их собирать стоит. Они даже немножечко дороже, чем вот такие артефакты, если вы только на продажу ориентируетесь. А я просто люблю собирать артефакты. Так что даже если не на продажу, я все равно их люблю и собираю. Вроде бы чистенько, больше ничего нигде не светится. Ну что ж, давайте будем отчитываться за проделанную нами работу. Прекрасная работа. Люди, которых вы спасли, немного страдали от замешательства и жажды, но я отправила их на берег удачи, где они будут в безопасности. Приятно знать, что контроль легиона бурь над разумом можно снять, если достаточно рано прервать. Зная это, мы сможем избавиться от легиона бурь в других и других драконьих культах. Хорошо, нам дали денежку и опыт. Похоже, эти таблички вовсе не древние. Это учебники по огненной магии, написанные культом буйных, захватившим башню. Кажется, их автор – могущественный пиромант Даргал. И он пишет, что древняя Тхийская дозорная башня дает заглянуть на планары. Неудивительно, что Золотая Глотка так и заинтересовалась этой башней. Ну, нас уже готовят к тому, что мы скоро отправимся в башню, но пока что задание мы брать не будем. Давайте поговорим еще с этими. Нет, вы только посмотрите, такие артефакты Эдхов не каждый день находишь. У меня есть знакомый коллекционер, который последнюю рубашку заложил бы, только бы купить что-то подобное. Мы загнали легион бурь в угол и еще и заработали. По мне, так это отличный результат. Спасибо еще раз за помощь, Флешка. Надеюсь, Тарик уже придумал, как мы доберемся до берега удачи. Да здесь просто за угол зайти. Тут идти вообще фигня осталась. Отличная работа, пиромант. Если мы хотим изгнать драконий культ из мерцающих песков и вновь сделать торговые пути безопасными, такие хранители, как вы, нам еще ой как понадобятся. Ой, как я люблю, как меня хватит здесь. И с тобой давайте поговорим.
Вы нас снова спасли. Не думаю, что вам под силу будет справиться с очередным драконьим культом после победы над Золотой Глоткой. Но я оказался прав. Не думал. Ох, ах, он не думал. Мне все по плечу. Раз Легион Бурь зализывает раны, то мы, наконец, можем попытаться прорваться. Мне сказали, что если идти по этой дороге, то попадешь на берег удачи. Самый большой рынок про материи на Теларе. Надеюсь, до скорой встречи, Флешка. Я тоже надеюсь, что вы безопасно доберетесь. И как бы это единственное задание, которое отправляет нас на следующую точку с заданиями. Так что давайте его возьмем. Невиданное зрелище. На этих скрижалях Даргал описывает три зеркальных камня, способных передавать образ своего хозяина на планары. Если буйные или золотая глотка смогут овладеть этими камнями, их повелители-драконы получат эту силу. Используйте эту древнюю печать эдхийских королей, чтобы проникнуть внутрь башни, а там приведите в негодность зеркальные камни и убейте Даргала. О-оу, у нас есть крупное задание. Итак, куда нас отправляют? Нас отправляют сюда. А, это все-таки еще не сюда, не в крепость. Хорошо, нам надо вернуться и пробраться в башню. Здесь где-то есть дорожка, видите, вот эта тропиночка. Как по мне, по ней тоже можно взобраться. Давайте попытаемся. Что я нахомячила? Я нахомячила некоторое количество артефактов. И я, наверное, параноик. Знаете, мне всегда так кажется, когда я некоторое время не играю, а потом возвращаюсь в игру, мне всегда кажется, что дроп порезали. Но это, видимо, только моя паранойя. Никаких числовых, цифровых, ну, в общем, никаких доказательств у меня в пользу этого нет. Хотя игра переживает не самые лучшие свои времена. Да и, в принципе, MMORPG переживает не лучшие времена. Так что, что тут говорить? Кстати, вот там тоже артефактик. Давайте я проберусь в башню. Или же с вами будем пробираться в башню. Итак, здесь надо бы обойти. Обойти здесь тоже не заберусь. А может, на лошадке даже заберусь. Я тогда на лошадке не пробовала. Давайте вот здесь бочком, бочком. Ха, пробралась. Но влезла прям в само логово. Надо аккуратненько пытаться не сагрить. Уже, знаете, уже уровни не так быстро летят, как раньше. Раньше мы за одну серию, за один присест могли уровень взять. Теперь это все длится намного дольше. Ну и я стараюсь не ходить по рифтам, не ходить по батлграундам, чтобы сильно не обгонять по уровню монстров по заданиям, чтобы не сильно обгонять их. Потому что, ну, совсем не интересно, когда ты, знаешь, на 5 уровней выше, чем монстры, которых ты пытаешься убить. Точнее, ты их убиваешь, это они пытаются что-то вякать в ответ. Итак, сейчас здесь зачистим, используем печать и войдем в башню. Надеюсь, там будет не очень больно. Итак, печать. Есть, теперь меня пропустило. Хотя я не думаю, что меня до этого могло не пропустить. Какие они большие. Или это в закрытом помещении, они просто такими большими кажутся. Надо ли их убивать? Я не знаю. Но я так на всякий пожарный. Я же хочу здесь порыскать. А вдруг здесь что-то вкусное? Ну, хотя не особо видно, чтобы здесь что-то было вкусное. Давайте поднимемся наверх. Башня классическая. То есть, если вы внимательно следите за прохождениями, то здесь как бы архитектура постоянно повторяется. Меняют немножечко цвета, немножечко какие-то узоры, но в принципе строение, модель строения одна и та же. То есть если вы в начальных локациях хорошенечко выучили строение зданий, то потом вам будет намного легче. Итак, где же эти зеркала? Надеюсь, здесь монстры... Хотя, на что я надеюсь? Они обязательно здесь будут. Вот. Вот, собственно, зеркала. Давайте их испортим, что ли. Как это называется? Саботаж. Да. Саботаж. Так.
Как же я люблю, как у меня вот этот мощный быстрик прокает. Это вообще виды красивые. Давайте немножечко полюбуемся. Горы, горы, горы. А, там речка. Там тоже красиво. Очень красиво. Сейчас еще в эту сторону полюбуемся. Ой, а там две башни с этой соседней локации. Заглядение. Просто заглядение. И последнюю сломаем. А вот там тоже интересная локация. Туда будет куча заданий. Интереснейшее место. О, смотрите, как артефактик занычкарился. Здесь что-то можно поюзать, да? Потушить пламя. А, теперь надо убить какого-то драгала. О, привет. Я-то думаю, кого мне надо убить. А я уже всех поубивала. Замечательно. Нет, дальше после моей смерти культ Мелфорджа не успокоится, пока вся Телара не сгорит. Какие же вы фанатики, Сиризли. Я умру или нет? Нет, я не умерла, но все равно мне это ничего не дало. Давайте тогда снаружи выпрыгнем. Снаружи выпрыгнем, но куда? В какую сторону? Сюда, наверное, да? И прям в кучу монстров. Я просто молодец. Давайте заюзаем щит. Тебя вот этим. Собачку быстриками, потому что она хиленькая. А с тобой уже будем разбираться по-нормальному. По-мужски, так сказать. По-магическому. Итак, задание выполнено. Куда мне отчитываться с этим? Все-таки к ней. Я думала, что уже в следующую точку. Нет, все-таки возвращаемся к ней. Здесь ничего не светится. Как-то попытаюсь вот так выйти, чтобы поменьше их агрить, но и поменьше бить. Совершенно не хочется бить. О, точно, я миньонов не перезапустила. Очень большой перерыв у меня в игре. Совершенно забыла, что здесь да как. Замечательно. Но то, что я от падения не получаю урон, это я помню. Кстати, рифт закрылся. Рифт никто не бил, и рифт на протяжении что-то там 10-15 минут закрывается. Итак, я рада, что зеркальные камни теперь ничем не помогут золотой глотке, но она все еще представляет для нас опасность. В отличие от других культов, золотая глотка проникает в окружение богачей и творит хаос при помощи их денег. Ее влияние распространяется по мерцающим пескам, словно пустынные змеи. Будьте бдительны, флешка. Конечно, я всегда начку. И мне предлагают ожерелье. Интеллект плюс 6, интеллект плюс 12, но минус выносливость, минус сила. Ну, как бы мое ожерелье куда лучше. Так что, просто возьму любое. Отлично, и наконец-то, я надеюсь, это задание, которое отправит нас подальше. Да, что ж, теперь мы готовы на все 100%. Завтра с утра мы выйдем в поход, если все пройдет по плану. Ну а пока, не могли бы вы отправиться вперед и передать сообщение от меня? Я должен был встретиться с группой великого охотника Тендрика Хью вместе старта нашего последнего перехода. Но теперь мы разминулись уже на несколько дней. Хорошо. И куда ты нас отправляешь? Ты нас отправляешь... О, аж туда. Ну что ж, ребятки, мы туда отправимся, в это ущелье, в следующей серии. На этом все. Я очень рада, что мы вернулись в Телару, что мы вернулись к Рифту. Я надеюсь, что остались на канале любители, которым приятно видеть эту серию летсплеев. Если вам нравится, если вы смотрите, напишите пару нежных слов, чтобы меня как-то вдохновить и воодушевить. На этом все. С вами была Флешка, и всем пока-пока!